Адоев – город с огромной историей, знаменитыми людьми, великими событиями. В последние годы Адоев развивается как город-музей. На территории Адоевского района действуют 4 музея. Это музей филимоновской игрушки, музей кружева, музей советской игрушки, Адоевский краеведческий музей. Совсем скоро в Адоеве откроется еще 3 музея. Музей Адоевского княжества, музей ремесел, музей-усадьба генерала Мирковича. В доме 24 по улице Первомайской открыт музей ремесел, экспозиция которого расскажет о ремеслах и орудиях труда от каменного до современного периода со всеми классическими этапами. Здесь каждый посетитель сможет посидеть за прялкой или ткацким станом, погладить рубелем или поработать молотобойцем, а также принять участие в выпечке калачей. Краеведческий музей – это память о прошлом, не просто событий, а конкретных людей в них, таких же адоевцев, как и мы. Мы говорим о славных страницах истории, вспоминая о тех, кто чаще всего именно вопреки ситуации оставался верен родине. Мне не приходит в памяти ни одного спокойного периода в жизни города. Набеги татаро-монго, нападения литовцев, суровые годы смутного времени и Ивана Грозного, разрушение и обнищание некогда одного из важнейших форпостов засечной черты и развитие его вновь, но уже как уездного центра, торгового города, заслуги перед отечеством которого были признаны уже Екатериной II. Верное служение государству на протяжении веков сопровождалось как ратными подвигами, так и вполне мирскими. Это и строительство в первой губернии образовательных учреждений для мальчиков, а затем и для девочек. Открытие лазарета в собственном доме у графини Грушки во время Первой мировой войны, создание народного театра и духового оркестра, организация краеведческого общества и создание первого музея. Совсем скоро в доме бывшего купца Каширина откроется музей Адоевского княжества. Создание музея позволит представить посетителям музея одну из малоизученных страниц истории Адоевского княжества. Экспонирование на выставке подлинных предметов, обнаруженных на территории Адоевского уезда, нательные кресты, предметы быта, одежда, обувь, орудия труда, образцы вооружения позволят реконструировать основные события, связанные с историей крепости. В здании бывшей Благовещенской церкви, где сейчас полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы, откроется краеведческий музей. Традиции музейного дела, как и краеведческая работа в Адоеве, имеют очень давнюю историю. В доме Мерковича, что расположен на селе Никола Жупань, намечено открытие усадьбы. Здесь будет представлена информация не только о героях войны Арсеньеве, Мингдене, Исленьеве, Мирковичах или Ватбольском, но и связи с нашим краем Давыдовым, девицы Дуровой, Багратиона. Особое место будет отведено священнослужителям Адоевского края, которые не только вдохновляли на подвиги русских солдат, но и вели воспитательную работу с ополченцами, за что многие из них были награждены бронзовым крестом на Владимирской ленте.